Бабиш Пармак получится. Да, пойди. Казахи на связи. Вот наш транспорт. А вот наш голубой дом. Все, мы садимся в эту прекрасную машину. Парни десантируются. О, лакшери. Ну вот меня высадили. Там сейчас Влада повезут. Там Тёма с Аней. Все, меня высадили на номер. Заряжаюсь. Стреляю, буду картечью 6,2. Толя, там вон дальше Саня. Будем ждать. Все, встали на номера. Закон будет долгий. Вон я вижу Толяна, там Саня, там Диман. Законе выгоняют косу на нас. Сейчас стоим, ждем. Когда ехали, уже видели косу. Сейчас посмотрим. Это наша первая такая, когда егерь организовывает охоту. Мы в прошлом году выезжали, но не получилось взять. А в этом году организовывает егерь. Но пока все нравится, посмотрим, как с мясом будет. Закон начали. Прошли вот там краем. По идее, может на крайний номер выйти. Стоит, скорее всего. Ждем добычу. Кто-то стрельнул. Еще кто-то стрельнул. Это уже дальше следует. Кто стрелял? Я не оплатил. А, тогда ладно. Я думал, этот Диман там где-нибудь, не знаю, что она близко была, да? Что, взял лаз? Не, я зацепил вроде ее как бы. Ну все, понял, давай сейчас собираемся.
Сажусь! Все, поехали! Влад стрелял, да? На Тимана либо на Влада. А ты видел их? Конечно. Вот здесь они перешеек прошли. Они вот там перешеек прошли. Пара, да? Они к нему шли парой пешком вообще. Я думаю, он так, знаешь, я уже посмотрел. Я их потерял потом. И они прям у Рубакова. Скорее всего, где он его высадил. Они прям к нему подошли. Ну, вроде мимо Сани вроде шли, нет? Далеко от Сани? Сани вот здесь стоит. А они дальше, да? Они вот туда. Вот как кто-то вот так съезжал, он уже вот так отъехал. И последнего, кого высадил, кому было, наверное, сядь. Че, ты видел их? Да, я видел. Я их даже заснял. Да? Я тоже видел. Закрой дверь, Сань. Кого не пусть, да. Че она? Она, скорее всего, вниз. А, блин, точно. Да, вон, пацаны. Поехали! Ты стрелял? Два стрелял. А? А ты не стрелял? Да. Далеко? Это ты, блядь, далеко от тебя. Я здесь. Ну, закрывай калитку. Я не... Видите, она вот сюда садится, вот, между вот этими перескоками. Тогда бы я бы стрелял. Вот они вот здесь, вот прямо вот вдоль этого песочка побежали. Но там побежали, Влад... Стой, тут же печка, сядь. Влад стрельнул первый. А их еще ноги типа тоже потянули. Потом, знаешь, как будто что-то пугались, это на процент 90 где-то так, раз, о, раз, и он второй он стреляет. А если ты раз, кувыркнулся и не понял, а, кувыркнулся? Ну, я не видел он вас. Они четко между нами пошли. Интересно, что так это... Они шли, мы их... Мы их там видели вначале, но... Тоже они вдвоем вышли, а вот Да. Ой, не видать, они хорошо идут на всех ногах. Все, первый загон сделали. Две штуки вышли, ну, на предельной дистанции от Влада. Метров 60, наверное, как он стрелял, по следу прошли. Ни шерсти нет, ни крови, так что сейчас будем... Рассказывай! Короче, они вышли, я думал, они прямо на нас, как увидел, сначала повернули, они были сюда к лесу, я ему сначала говорил, сейчас вот, говорю, вот тут выйду, пойду, как сказал тебе. Ну и все, они сюда зашли, я смотрю, между мной и ним, ну далеко, ему и... Диманом? Да, я так прицелил, хлоп, думал, они на него, они разворачивают, наоборот, на нас, сука. Я перезарядиться, ну, даже не хотел перезаряжаться, думал, они как на него попрут и все, подгоню на него. А они нихуя качественно у меня. Закроешь? Давай, не буха. Так, что, я замыкающим? Давай, ты с ними ближе будешь. Ты, хозяева. Следующий загон.
Сань, добей! Стой, стой, Сань, стой, стой! Все, пока стой! Пока стой! Все хорошо, стоим, ждем пока. Блин, как раз напротив тебя, а? Так, ну вроде как бы думаю, что этот уже не уйдет. Хорошо досталось. Сначала вот здесь прошло, но здесь далековато. Потом вот здесь, блин, четко начала выходить. Я думал, сейчас на чистой выйдет, а она вышла и чуть по косой. Самка, да, большая? Самка? Я так думаю. Хорошая. На нас тоже здорово вышло. А? Самка. Где? Где на кого? Сюда. Ну, мы не стреляли. А, далеко было? Далековато. Он назад отвернул, да? Ну все, первую взяли. Кто взял? Ну, либо я, либо Саня, либо мы вдвоем. Вдвоем. Хороший. Один вариант был. Хороший взял. Пацаны, кто не взял, отбирают. Ну вообще по кайфу. Хорошо получилось. Удачно. Вот зайчик ходил. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, а завтра зайчика возьмем. Ну, здесь она упала. Там вот Саня стоял. А там я стоял. Ну все, она здесь уже пошла по тяжелой. Ой, нормально. Подожди, побежала. Вот, да, 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 вот она. Пошла. А у меня патроны уже к этому моменту, все. Так он-то оттуда гнал. Он оттуда, от нас гнал. Нет, оттуда, по-моему. От нас он вышел, да? Он загонщика выбросил, и он шел от нас, от Влада, типа к вам. Ну, может быть, вот так обрезал, как бы. А, ну, значит, она зела, испугалась. Он на зелу поехал, как только он поехал на зелу, она пошла. А, ну вот, он его-то выбросил, вот этого помощника. Я вот пешком видел, он шел. Все, с полем. Все, наверное, сегодня крайний загон. Диман сейчас отстрелялся. Но, говорит, далековато было. Я не знаю, снимал, не снимал. У меня вот здесь, ну, метров 60-70 козел рогатый прошел. Ну, во-первых, я уже сегодня добыл. Надо пацанам шанс оставить. Во-вторых, время уже 15:43. Тут как бы, ну, попадание такое. Это надо было наверняка куда-то стрелять. С карабина можно было. С картечи 60 метров. Такая предельная дистанция. Я не стал стрелять. Сейчас, скорее всего, поедем уже отдыхать, а завтра еще с утра выйдем. Попробуем закрыть вторую лицензию. А так пока все нравится. Прикольно. Кто стрелял? Я стрелял. Попал? Вроде да, но вот здесь рядом, недалеко.
лежит или бежит? Идет. Пока стой, не ходи никуда. Понимаю, она помаленьку в ту сторону идет. Далеко было? Одна была? Да, один. Диман стрелял? Вот. Это он твою добирал? Нет, моя в сторону Димана пошла. Ну что, давай я вглубь зайду леса. А Диман не на связи, надо тогда Димана предупредить, что ты пошел. Диман! Алян, забегай, посмотри по-быстрому. Ищу, ищу его, бегаю здесь. А кровь есть, нет? Пока не нашел. Знаешь, опыт. Я даже не стал тебе буду кричать. Держи, держи, наготове. Наготове, держи ружье. Что, можешь добрать по голове? Не-не-не. Не надо? Смотри, просто будь готов, ты ее все равно.
никогда с места. Это такое дело, он его где-то покинул. Она его кидала. Лучше стой на месте, сказал бы. Все, бля, собрали. О, он лежал. Ну. Ножик есть это. А? Ножик есть? Там машины нет. Да я видишь, я что бегаю, все будет. То, что, бля, стемнеет, жалко. Ну да, пропадет. Стемнеет, а по ночь. Ну молодец, видишь. Я хотел тебе кричать, но думаю, не буду, ты уже ее, бля, увидел. Раз, на лесу сосредоточиться. Да. Красиво. Что получилось, слава богу, убрали. Вам спасибо за охот. Подошла еще, ё-моё. Подошла она. Так, а там это, где первый раз останавливались, там у нас один вышел. Вы его видели? Да. Хозяин вот этой. Да? Ну. Мы далеко уехали? Ну мы не снизу уехали, дети. Вот так и нас не так. Ух, тоже большая. Стенова. А, это козел. Хороший козел. Добрал. Добрал подранка. Толяна. Фух, ну все. Сейчас будем отбирать и вперед. Добрал, Толя! Бегущего, ага. Бегущий, красиво добрал. А что, нормально так было? Там козел хороший, рогатый. Я тебе говорю, я не стал говорить, что... Рогатый? Ну, в смысле, рога скинул, но... Да. Ну, все. Саня, чехол мы забрали, да? Давайте, парни, побыстрее! Ну, все, мы уже вернулись на базу. Отохотились, взяли в итоге двух взрослых, одну самку, одного самца, но рога он уже скинул, но хороший козел был. Вроде все на видео попало. Ну, в целом все довольны. Постреляли, поохотились, эмоции получили, покатались, повеселились. Так что сейчас у нас вот. Кушаем, пацаны сейчас разделывают козла. Потом мясо поделим. И в дом уже пойдем кушать, отдыхать. Спать сегодня тут ночуем. Все разваливали ужин, и хозяин весел был, а жене своей все время говорил. Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем коню говорил, они не пали. Что там, Диман? Одинаки не съел? Нет. Все равно у нас утром мы собираемся в сторону дома. Все дружно сказали спасибо этому хозяйству. Спасибо хозяйству. Не мне, хозяйству. Очень все было великолепно. Все, вещи уложили. Собрались. Сейчас будем выезжать. Отлично провели время. Все постреляли, добыли. Впечатление. Огонь. Все, мы домой.